На машинно-испытательной станции в городе Торжке Калининской области проходит испытание новой техники. Эта малая 20-рядная льносеялка предназначается для посева льна с одновременным внесением гранулированных удобрений. Тракторист Николай Никитин доволен работой новой машины. Она очень маневренна, проста в работе и позволяет управляться с ней одному человеку. Тракторист Чувашев испытывает другую сеялку, 48-рядную. Она имеет ту же характеристику, что и малая сеялка, но мощность ее в 2 с лишним раза больше. Несмотря на большой размер, она также маневренна и может работать на тяжелых грунтах. Создание новых сельскохозяйственных машин – результат заботы коммунистической партии о дальнейшем развитии сельского хозяйства.